Сколько у нас осталось времени? Минуты две. В общем, это все здесь произошло, в этих стенах, чего здесь происходило. И штабы Платона здесь во Флигеле жили. Платона даже кто-то здесь смотрел. Как ты думаешь, это правда насчет Платона? Кто его знает? Ладно, мы пошли, а ты куда? А я тут останусь. Давай. Это мы помним. Слушайте дальше. Я остался в институте, потому что хотел поработать в тишине над своим рассказом. После пар здесь тихо и ничто не отвлекает. Я подумал, странный этот человек с метлой. И тут я понял, это не человек, это тень. Подождите! Стойте! Скажите! Вы Платонов? Это был всего лишь сон. Если бы я был так уверен в этом.